Сегодня Наталья Комарова ответит на вопросы жителей Кандинского района. Прямой эфир состоится в аккаунтах главы региона в социальных сетях. Губернатор пригласила югорчан обсудить вопросы развития муниципалитета, реализацию инфраструктурных и национальных проектов, исполнение поручений. Свои предложения каждый желающий может оставить в комментариях под постом в соцсетях. Так, жители Кандинского района уже написали, что хотели бы обсудить строительство дорог и их качество, газификацию, возведение соцобъектов. Прямая линия будет проходить на личных страничках Натальи Комаровой в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в официальной группе региона Югра во ВКонтакте. Начало в 12:00.